Я это крайне осуждаю. Чё осуждаю, блять? Все сказано этим буржуем. Так, ну у меня буржуйская команда опять, поэтому значит надо брать кого-то героя, чтобы чинить. Против медузки, да? Я тоже люблю нарезки с рофлом моментами, но знаете, что я люблю больше? Арканы, которые можно получить с кейса за 50 рублей, дроп трех шмоток с каждого сундука, апгрейды, где можешь подняться с каманки до бэйби рошана за 80 тысяч рублей, ну и конечно же, реальные зарубы 1 на 1, в которых ты не просто чувствуешь себя победителем, но и забираешь топовые скины. И вы мне не поверите, но все это вы сможете найти на одном сайте – epicloot.ru. Ссылочку на который по счастливой случайности я оставил в описании этого ролика. Там же, кстати, находится и промокод на 15% к балансу, введя который вы поможете автору этого канала, который старается специально для вас. В общем, все, что тебе нужно, ты найдешь в описании. Блять, что играет? Блять, что вы за хуйню мне ставите, конченые, блять? Спасибо за донаты, ребят, я отвечу позже, адекватным людям, пацаны. Блять, что за пиздец вы ставите, анонимный, братан? Я думал, что ты как бы вот на диапазоне зипули, лягушек и мальчика ты остановишься. Так, надо ману выжечь. А, где убить ману вообще? Зачем выжигать ману, если можно ему ебало выжечь? А, почти. То есть он зашел под башню и просто перестал урон получать. Ну, нормально, я его выебал на скелет. О, смотрите, тиммейтик пришел. Это Чак Норрис. Может, ты выхукаешь там? Просто пришел Буч и стоит АФК, пиздит экспу. Can you leave middle, bro? Leave middle, please. У меня заебал уже. Кстати, там чувак в МКБ идет сразу. Ну, нормально, я разок медузу въебал. Конечно, пуш пришел мид за руины. Спыть пиздил, постоял. Типа, это пуш 0... А, 0-0 у него. Это еще нормально. Обычно такие пуджи 0-5 бегают. Что такое? А. Ебать. Все нормально, стрим-снайперы? Все хорошо? Пятеро в миде. Давай, я тебе... Стрепили. Что играет за как хуйня, выйдет? Скажите мне. Кого я тебе клюю, суши? Все, маны нету, спасать. Интересно, рестейлить будут, бара там. Соло, просто захуярил на скеле. Чувак на медузе первым слотом МКБ делает. Жесть вообще, быдло. Первым слотом МКБ тип собирает против меня. Так, тут футбол без клипа, значит. Ебать, там ультракил делает на сикере. Блин, сикер ебашит, нормально. Алижаго на стримке. Спасибо, я никуда не поеду, никуда не хочу ехать. Тем более в этом году. Не факт, что вообще я поехал бы на стримфест, даже если бы коронавируса не было, потому что я считаю все-таки, что на стримфесте делать нечего. Там скучно, по крайней мере, на предыдущих было. Я просто был на двух подряд стримфестах, в 2019 году и в 2018 году. И там такое было. Просто ставьте нормальную музыку, и все будет охуенно, никого ничего не будет раздражать, все будет нравиться. Попробуйте. На телочек гляжу, степотная, красивая. На телочек гляжу, я так помахаюсь. Буджом нельзя ходить, пуш это как будто кинотавр с прошлой игры. Да, я связался с Буджом и снова, проверяй. Так, надо БКБ, наверное. Хотя, нахуй мне БКБ, не нужно. Я в линку пойду. С Буджом нельзя ходить, 0-5. Бля, ебать у меня команда опять. Единственный, кто играет, это Сикер. Луна, смотри. Оп-оп-оп, бегает. Хорошо. Как же хочется мне снова. Вот охуенно, да? Каждый день такое слушать. Пиздата? Больше не верну. Очень жаль, что... Да, команда дно. У меня шаман есть, охуеть. Бля, я заебался на самом деле на буржуйских серваках играть. Я с ними вообще выиграть не могу. То есть, типа, выиграть с такой командой нереально. У меня винрейт, наверное, 10%. То есть, одну из 10 игр я могу затащить им. Остальные все, ну, просто без шансов. Yes, sir! It's amazing. Ooh!
меня уже чарж, сука. Тетя! Команда тупо АФК. Пойду фармить дальше, Лер. Просто мы друг друга не понимаем, по-моему. И у тебя нет шанса меня понять. Блядь. Команда просто АФК. Ну я все встанет, стоял, развел на все силы. Типы просто АФК, ебать, я не знаю, у меня в этой игре команда просто бегает. Как и в прошлой, кстати. Ни разу не видел Луну, ни разу не видел Шадоу Шамана, ни разу не видел Пуджа. Они просто стоят АФК. Они просто всю игру стоят АФК. Бля, я не знаю, надо, наверное, сервак поменять. Потому что я не могу играть с такими бестами. Ну, типа, реально, уже вторая игра подряд, я 1-5 играю. Только в этой игре я не могу даже в соло ходить убивать, потому что команда врага всегда ходит в пятером. А у меня команды нету, и не могу один взять и напасть на команду врага. А у меня просто 4 типа АФК. Сикер вначале где-то понаделал фрагов, он, конечно, молодец. К нему вообще претензий нет, хуй с ним. Я обобщаю, но это без Сикера. То есть у меня 3 типа просто АФК. Вот, Луна, Пудж и Раста. А Сикер сейчас тоже он не может напасть на пятерых, чтобы их убить. Потому что враги ходят тупо в пятером. Я думаю, тут без шансов мы пройдем. Типа у нас тимфайта вообще нету. 2-7, 2-8. Пацаны. Тупо закинуло. Бля, не, буржуйские серверы это самые тяжелые вообще, где можно играть в доту. Ну вот, смотрите. Блядь, не, это шутка какая-то. Ну вот, в принципе, вот кратко геймплей Шадоу Шамана, это что все видели. Вот видите, о чем я вам говорю? А вы типа мне не верите. У меня просто боты АФК. Сикер. Свежий. Сикер один тоже ничего не может. Потому что у нас Шадоу Шаман, у нас все АФК вместе. Может ты нажмешь что-нибудь, братан? Хекс сетка, не? Пусть пойду в дом. Он вообще бот. Где Пуш? Пусть закончат. Фу, блядь, вообще. Сейчас посмотрим, что Пуш. Бля, посмотрите, не, они реально АФК стоят. Я просто чекаю. Они просто стоят АФК. Давайте я за Пуджом буду следить. Блядь, ну да, тут ГГ. Они просто АФК. Ну типа, они просто АФК, смотрите, он резнулся. Это просто боты, ебать. Ты нахуй смотри, блядь. Пуч нахуй. И Сихер уже АФК, блядь. Кто эти люди? Пойду я фармить куда-нибудь подальше отсюда. Это даже, знаете, это даже не смешно. Лучше бы они просто разбили шмотки и стали на фонтане. А я думаю, что за 30 минут я ни разу тиммейта в экране в своем не видел. А вот они играют. Вот они. Это же игроки, которые просто АФК. Понимаешь? То есть это нереально 1-5 выиграть. А враги, как назло, ходят в пятером. То есть если бы враги ходили по одному, я бы эту игру в соло выиграл. Но они всегда вместе. То есть я не могу напасть на кого-то, чтобы не получить пизды от пятерых. Это нереально. Блять, ква-ква, лягушки громко квакают. Здорово, братишка. Согласись, здорово, что все бабы стервы, кроме матери. Выпью за тебя. Здорового стрима тебе. Я ни с чем соглашаться не буду, но это твое мнение, почему? Пусть сдохнут, потом придут. Просто у меня такое ощущение, что они кнопки начинают нажимать, когда меня в драке нет. То есть, скорее всего, просто боты ебать. Кстати, медуза, если без ульта, могу даже попить. Да не, это соло, ну да. Соло нахуй! Не, ну когда они по одному, когда они скиллы свои скинули, я уже могу разъебывать. Так, давай я ебучих лягушек вырублю нахуй. Пошли нахуй лягушки, блядь. Так, пока тащим. Пока тащим. Надо Аегу спиздить, потому что у меня бездарные типы. Пусть забрал. Ну пусть-то я враги все скинут, а я потом... Соло! Первый. А можно перестать кататься? Ебать хейтер. Ну, короче, просто 4 раза нахуй прокатил. Зато Сикера Егид забрал и съебался. Нормально, развел на все скиллы. Тут я чувствую, что я тут не стащу. Соло, блядь! Сыноком скинь. Боже, как я лесу? Ну и что, вопросики нахуй. Вопросики сюда, блядь! Вопросики задаем нахуй! Это Олежа! Киберспорт, блядь, сюда, ну! Сынок, блядь, переиграны. Пожи, мы в сторону. Троны, троны. Подожди, мы трон сейчас сломаем. Трон и трон, да? Соло. Я подумал, что нет, трон не сломаем. Я без байбека вроде. Ну тут надо файтиться. Вот, целым брат. У нас был даже шанс выиграть эту игру. Я сразу сказал, что тут нельзя выиграть. Типа, с такими тиммейтами ты шо? Очень тяжело. Практически нереально. То есть тут, чтобы выиграть, нужно на каком-то шторме играть. И то даже если играть на шторме, его все равно не хватит.
Даже на шторме, мне кажется, я бы тут проебал. Враги всю игру в пятером ходят. Опять зипуля. Блин, враги, кстати, боятся трон ломать. И это на самом деле наш шанс еще чуть-чуть поиграть. Но опять же. Ну, хотя бы медуза развела себя на уши. Я не знаю, зачем он нажимал. Олег, привет. Здорово. Не понимаю, ни зачем тебя смотрят, ни нахуй заливают такие бабки. Ну, всех свои заморочки. Спасибо огромное за 1000. В смысле, смотрят за скилл, разваливаю в Dota 2 Хабибы. А вот зачем мне ставят треки такие, я сам не понимаю зачем. Ну типа, донат — это поддержка стримера, ну как бы не обязательно. То есть если хочешь — донатишь, не хочешь — не донатишь. И если донатишь большую сумму, то можешь приложить ссылку и, ну, собственно, поставить трек или клип. Вот почему мне ставят такое, я и сам не знаю. Я типа, ну, для меня это загадка. Спасибо огромное за донат. Показываю микромувы в Доте, микромоменты, чисто микрю разъёбываю. Бля, сделаю на КБ-ху всё-таки. На отъебись чисто. Просто меня бесит Пангольер. Я заебался в каждой драке ждать, пока он откатается в своей хуйне. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу! Лебарда. Башек. Блять, опять все скиллы в меня. Просто, ну сколько можно нахуй? Вот, короче, дерусь один, поебать. Просто один вижу, пацаны. Я не знаю, где моя команда, не спрашивайте. Что вам? Что играет? Это скилл, блядь. Знакомьтесь. Саник, блядь, не дали прожать. А, вот это тиммейт мой. Подтянулся чисто. Нормально. Развел на мувы. Хорошо. А, это ульт луны был, правильно? Это ульт луны был в конце драки в мертвую медузу. Понял. Блин, что-то меня вообще застанили. Бесит вот эта вот змейка у медузы, которая станет. Там аганим, короче, есть. Нормально, я их подразвел, минус 5. Троны, мейби. То есть они сейчас могут, по идее, трон сломать. Я не знаю, где этот станок, где пульс. Смотри. Смотри, что творит. Дань тупо рассекает. Байбек не буду оставлять, куплю башню. Байбек для слабых. Бля, у них у всех алибарды. Алибарда у Бары, алибарда у Пангольера. Хожу. Иду за 30-е. Ну тяни под фонтан, хорош. Я не могу это дефнуть, типа. Блять, ты можешь, блять, контроль дать? Я хукну. Чак Норрис, нахуй. Блять, вы видите, он хукает, это просто бесово. Как можно так хукать? Да ладно. Блять, в смысле, что сам это делал? Бля, этот худший. Хукнул и блин сделал на фонтан, ебать. Хорош, пацаны, худшие. Но предыдущие были еще хуже. Предыдущие были еще хуже. На ком я играл прошлую игру? А, на шейкере играл. Но там были еще хуже, типа. Спасибо за игру. Лучшие просто.